Многие задают мне вопрос, почему я живу в гостинице, когда у моего отца в городе Салоники есть квартира, в которой года два назад я сделал ремонт. Но на это есть ряд неприятных для меня обстоятельств, с которыми я сейчас не готов делиться. Кстати, а вот это гора Олимп, на которой сидел Зевс со своими божатами. В отеле включен только завтрак, и как обычно я его проебал. Пойдем покушаем уличную еду. Я не здоров. Я без завтрака сегодня остался. Все, пойдем гиру покушаем. Пойдем, пойдем. Очень хочу гиру. Так, что-то здесь большая очередь. Ряда-три. Я куриный, да. Эна Юру Кутопол спитай? Конечно, спитай. И что еще внутри? Все, что вкусно есть. А пола? Эна Юру Кутопол, спитай Юру Кутопол. Какие бобины мощные крутятся. Дай пакету? Стокер. Да? Сразу поедим его. Конечно, сразу. А когда что? Завтра? Канунико, хирино. А пола? Мы любим букву. Продавец явно любит гиру. И что будешь? Дай пакету? Каждая бобина по 150 килограмм. Ряда-дио! Какие вкусняшки еще идут. Такие вот вкусняшки у нас. Пойдем кушать. Пойдем. Приятного аппетита. Моя вкусняшка. Ты только голодный, как я. Приехать в Грецию и не покушать гиру – это преступление против Зевса. Сюда. Я. Ты рекламируешь русскую водку, боишься, где надо закрыть что-то? Нет, это что ты за рулем есть, что так похмельнулась? Кстати, сказали, что лучшая водка. Не знаю. Я не знаю, я водку не пью. Слушай, ты почему сидишь за рулем? А ну выходи оттуда. Так, а где наша музыка? Что мы сегодня так, романтичное что, будем слушать? Что будем слушать романтичное? Туда где будешь, да? Да. Так, что будем слушать романтичное? Сейчас что-то придумаем. Это пиздец. Давайте за сегодняшний вечер. И сиди на дороге. Греческий. Мало, да? Поставь вот этот кусочек. Спасибо. Это типа мясо? Да. А почему его размазали на тарелке? Так должно быть? Должны быть тонкие кусочки. Потому что сырое мясо ел, а по-другому не кушать. Сырое мясо как-то я в Москве кушал. Не сказал бы, что это было вкусно. Мы попробуем сейчас здесь. Если не понравится, пожалуй, сделай шашлык. Кейки малюмуны, балсамик, андрей, балдемес. Спасибо, балдемес. Сырое мясо, что-то несерьезное. Вот граната.
сыро, мясо, сейчас реально мы будем кушать самое мясо. Давай, вот так он говорит. Очень верно. Разве сырое? Что это такое? Это грибы. Вишенки. Там разные были, остатки грибов. Где вкуснее? В Москве или у нас? Сама скажи, тебе вкусно было? Где, тебе вкусно было? Нет, тебе вкусно было. А мне? Я выплюнула. Тогда зачем мне брать? Вкусно мне было или нет? Я наглотила. Ан, я стекаю, буду на вовальм улет. Перец я люблю. Так, дальше попозже. Все нормально? Слушай, дело красивое. Нормально. Я надеюсь, они не сыри мясом. Не знаю, но, по-моему, это вареники обычно. Не, наоборот. Окей. Вот этот маленький кусок мяса будем сейчас жарить, да? Не знаю. Его как сало будут нарезать, наверное. Сказали, что это корова слушала музыку. Я так думаю, если я его чуть-чуть увеличу, он будет крупно смотреться на камере. Это мы валяла, дади буди, дади тебе снимали. То гуадю и не мия. Να είναι μια ράτσα ξεχωριστή που τα Ιαπωνία έχει πάρα πολύ ενδομικό λίγος όλα αυτά μέσα εδώ είναι λίγος, είναι για μεζέ, δεν μπορείς να φας 300 γραμμάρια είναι όλο λίγος Она очень жирная, она внутри очень жирная Я думаю, что она мусор прослушивает и того Вот этот маленький кусок на кого? На меня одного? Ναι, αυτό είναι το κόψιμο ταλιάτα Да, такой стоят из-за того, что он очень жирный, его невозможно съесть больше одного кусочка. Проверим. Ты думаешь, я его не осилю, да? Странный. Вот этот маленький кусочек на 5 человек. Странный. Что ты гибкий для этого? Говоришь, там не По-моему, это сплошной жир. А? Как это? Сплошной жир. Да. 90%. Что я буду кушать сегодня? Нусред. Нусред? Нет. У нас лучше. Йо, это типа сам. Жаль. Не гурме. Это редчайшее мясо. Волги, иди спроси, что это. Японское. Волги это. Что это? Волги. Японское. Это удовольствие. Какая ты, а? Посмотри на нее. Сейчас придет. Георгий, я такая. А? Я такая. Это редчайшее мясо. Я не спорю. Но по мне, что кушаю, что радио слушаю. Потому что вагина похожа на вагину. Воги, японская. Это редчайшее мясо, ребят. Сало стало редчайшим мясом. Берем у тебя коня. Субтитры сделал DimaTorzok
ribeye. Και εδώ έχουμε το strip loin. Я хочу шашлык пишу. Вот тебе шашлык. Что это, разве не шашлык? Йо, это шашлык. Да, можно сказать, что это шашлык. Греческий шашлык. Да. Очень вкусно. Да? А ну сейчас скажи, вот это вкуснее или до сала было? Все вкусно. Жареное сало. Ну это по кавказски. Вау. Сухое мясо. Готово. Шашлык. А вот и шашлык. Йола, шашлык принесли. Это мое, я заказала все сушили. Спасибо. Что, ты тоже хотел яблоко? Я обиделся. Он ризотто кушает. На девочек кавказцы не обижаются. Нас на деду посадили на рис какой-то с крупинями. Какую хуйню я сейчас слушаю, это пиздец.